50 голов наколотил португалец. Как говорят в Испании, «Es una máquina a meter los goles». Лафита, у которого был разрыв крестообразных связок, и ему понадобилось удар Криштиану. 1-0. Роналду и 59-й в сезоне. Марсело. Вот эту идеальную передачу, никакого сопротивления. Где же удар? Сами пробить не дадут. Вот сейчас может быть и гол. 1-1. Икер Касим. Эскудеро решился вот на этот дальний удар. Пепе не успел его накрыть. Педро Леон. Передача, удар. 2-1. И снова. Вот так поздравил Икера. Это третий мяч в сезоне 32-летнего игрока. Ну и Педро Леон отличный слалом здесь совершил. Удар. Голы получается. Это мадридское дерби. Сумасшедшей скорости не было офсайда. У Криштиану. И это происходит. Создан для того, чтобы перепить помещение. Пепе. Икер. Сарабия выдает очередной угловой. Никто не сыграл этот мяч головой. Ну, а приземлился он как раз. Подача. Лицо Касильяса. Спасибо, Педро Леон. Пап. Педро Леон. Удар. Канат был очень плохо натянут. Судьба итальянца решится в ближайшее время. Криштиану не сумел сделать покер, но все равно. Реала он дисквалифицирован на 2 матча. Это случилось в игре с Валенсией. Ну и без него команда сегодня вроде бы справляется. Легко забивает сама. Легко пропуск. И Хамес бьет колумбиец. 5-3. 12 голевых передач на его счету. Идеальный по точности удар. Рамэнди, какая потеря мяча. Сарабия, передача. Здесь Хамес. Бьет Хамес. Ай, какая. Сейчас начинается продвижение вперед. Хамес, Карвахаль, снова Хамес. Эссе. Идеальная передача Хамеса, который буквально вложил, да, мяч. Эдегор. Удар. Эдегора был шанс здесь. Немножко неудачно принял мяч. Пас пяткой. Удар. Выручает Кадина. Пас вперед. Не было офсайда. Хесе. Ну и надо забивать. Этот гол. Родригес был в офсайде, но